Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. За службу на Украине кировчанам предлагают 200 тысяч в месяц. Это на 100 тысяч меньше, чем предлагали 2 месяца назад. Начался второй этап набора в батальон «Вятка» для участия в спецоперации. Об этом сообщила депутат Госдумы Мария Бутина. Она рассказала, что завершился набор Кировского военного батальона для службы на Украине. Сейчас объявляется второй этап. В именной батальон приглашают граждан, которые пребывают в запасе в возрасте до 50 лет. Прошедшим отбор обещают полный соцпакет военнослужащего по контракту и зарплату в 200 тысяч рублей. При первом этапе набора платить в месяц обещали 300 тысяч. Экономика. Кировчане стали брать в 2,5 раза меньше ипотечных кредитов. Это следует из аналитики Объединенного кредитного бюро, которое подвело итоги кредитной активности граждан в июле 2022 года. Жители нашего региона взяли в этом месяце 527 ипотечных кредитов, тогда как в июле 2021 их число составляло 1370. При этом средняя сумма, которую берут у банков на покупку квартиры кировчане, выросла на 800 тысяч рублей и составляет сейчас 2,5 миллиона. Всего в июле этого года банки выдали кировчанам в виде ипотечных кредитов 1 миллиард 300 миллионов рублей. В Москве, которая стала лидером в стране по объемам ипотеки, в июле общая сумма составила 53 миллиарда. В Санкт-Петербурге 20 миллиардов, в Краснодарском крае 11. В эфире «Экономика». Кировчан приглашают на ярмарку вакансий. Она пройдет 23 августа с 10 до 11 часов в инженериуме ВятГУ на улице Преображенской, 41. У кировчан, которые в данный момент пытаются трудоустроиться, будет возможность встретиться с работодателями, получить консультации по вопросам поиска работы. Также гости мероприятия узнают о возможности прохождения профобучения и смогут заполнить анкету резюме в банк кадрового резерва. Подробнее о событии можно узнать по телефонам 22 68 81 и 8 922 947 16 30. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 53 рубля 13 копеек, евро 59.39. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».